Минифит. Этот малыш может по праву называться легендой в классе подсистем. Его размеры и функционал дают фору большинству современных подсистем. У него довольно большой аккумулятор, у него есть кнопка, у него есть перезаправляемый картридж, что делает его буквально идеальной подсистемой. Ребята из компании JustFog решили возобновить хайп вокруг себя и выпустили новый девайс под названием Minifit Max Kit. Мы решили разыграть три вот таких вот пауэрбанка. Если вы хотите стать счастливым обладателем одного из них, то досмотрите это видео до конца и узнаете условия розыгрыша. Всем привет, меня зовут Глеб, с вами Сигарет Нет, и сегодня я расскажу вам про продолжение легендарной линейки под названием Minifit. Устройство поставляется в вот такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой стороне нанесено изображение самого девайса в трех разных цветах, синим, черным и красным, и гордо красуется название Minifit Max Kit. Сбоку указана комплектация и технические характеристики устройства. А с другой стороны, галочкой помечен тот цвет, который ждет нас внутри упаковки. В нашем случае это синий. И открывая коробку, что же мы видим? Мы видим сам девайс, USB кабель, прошу заметить, что здесь обычный micro-USB, и картридж, который находится в силиконовой защите. Также в комплекте есть огромная и очень подробная инструкция пользования. Внешний вид новинки должен быть для всех до боли знаком, поскольку это, грубо говоря, вытянутая копия их старшей версии. Единственное его отличие – то, что он в собранном состоянии аж 10 см, когда прошлая версия была меньше на 3,9 см. Кстати, не забывайте оставлять комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео, и подписывайтесь на социальные сети, все ссылки будут под видео в описании. Корпус мода выполнен из металла и глянцевого пластика. На лицевой панели расположилась кнопка Fire с тремя индикаторами заряда аккумуляторов. Кстати, стоит сказать, что в прошлый раз мы неправильно сказали, он включается не 5-кратным нажатием, а 4-кратным нажатием. Производители позаботились, чтобы мы сохранили свое время. На боковой грани нанесено гордое название этого устройства – Minifit Max. На противоположной стороне указан логотип компании и место там, где производится вся самая крутая техника на Земле, то есть China. В нижней же части установлен порт и USB. Кстати, время зарядки данного устройства примерно час. Внутри корпуса находится плата, которая отвечает за работу данного устройства. Она обладает всеми необходимыми защитами, так что короткого замыкания и всякой такой чепухи можете не бояться. Также внутри корпуса установлен аккумулятор на 650 мАч, что почти вдвое больше, чем у его старшей версии. Ну и, конечно же, пришло время рассказать о самом интересном, а именно о его картридже. Это тот самый картридж, который был в его младшей версии Minifit. В данном ходе есть масса плюсов. Не нужно искать новые картриджи в магазинах. Вы просто приходите и говорите: мне нужен картридж на Minifit. И вам дают, неважно, у вас Max-версия или же обычный, старый, добрый, маленький Minifit. Объем картриджа составляет 1,5 мл. Да, мало, но для такой подсистемы этого более чем достаточно. Еще одним немаловажным плюсом является то, что этот картридж можно перезаправлять. Ну, в принципе, как и в прошлой версии. Под прошлым нашим обзором на самый первый Minifit набралось почти 130 тысяч просмотров и 300 комментариев, из которых примерно 150 с вопросом, можно ли парить на Minifit'е нулевку. Да, нулевку можно парить на любом девайсе. Главное, чтобы соотношение PG-VG не сжигало испаритель. Самое главное правило – заправлять в эти устройства в жидкость, в которых соотношение глицерина не будет превышать 60%. 60 на 40 – супер, 50 на 50 – потрясающе, 40 на 60 – тоже идеально. Нулевка, солевая, обычный никотин – все будет париться на высшем уровне. Стоит отдать должное. Ребята сделали действительно хорошее устройство, они усовершенствовали прошлую модель, убрали все косяки. По итогу у них получился довольно неплохой под с большим аккумулятором, который заряжается довольно быстро, и с поиском картриджей не возникнет никаких проблем. Ну что ж, условия розыгрыша. Для того, чтобы в нем принять участие, вам нужно подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий, в котором будет указано, что вы будете заряжать этим пауэрбанком. Это может быть какой-нибудь браслет, электронная сигарета, часы, все что угодно. 10 июля в прямом эфире именно на этом канале мы проведем розыгрыш, в котором объявим трех победителей. Более подробная информация о проведении розыгрыша будет под видео в описании. Я надеюсь, что этот обзор был полезен для вас. С вами был Сигарет Нет, Глеб, и до встречи на нашем канале.